Помощь в реализации материнского капитала всего за один день. Без справок о доходах, низкие требования. Просто, быстро, легко. Звоните 509-002, улица Генделя, 5. А в это время на Мальдивах уже стартовал первый новогодний корпоратив. Но дело не в этом, а в том, что это гуляют сотрудники одной сингапурской компании. Но и опять-таки дело не в этом, а в том, за чей счет банкет. Владелец компании Чатри CTO Тон заплатил почти 500 тысяч долларов за отдых 100 своих сотрудников. Предприниматель решил сделать такой подарок подчиненным за усердную работу. Благодаря их усилиям доходы фирмы, которая организовывает турниры по смешанным единоборствам, в текущем году выросли аж на 30%. Ну а что вы знаете про идеальных боссов? У берегов деревни Мангухай, это Новая Зеландия, в это время тоже не скучно. Около лодки с отдыхающими людьми проплыла гигантская черепаха. Точный вес и размер черепахи неизвестны, но, как пишет один из очевидцев, по габаритам тортиллу, назовем ее так, можно сравнить с легковым автомобилем. Куда плыла эта серьезная черепашка, пока что неизвестно, но мы будем следить за развитием событий. А швейцарская компания представила часы, которые всем своим видом призваны напоминать о быстротечности времени. Технические характеристики гаджета пока не раскрываются. Дизайнеры сообщили лишь только, что корпус часов представляет собой мембрану, на которую каждые полминуты проецируется цифра. Возникает впечатление, что цифры выгравированы на поверхности часов. Впрочем, о стоимости этих философски заряженных часиков тоже пока что ничего не известно.